Итак, мы сейчас с Бобаном в Сербии. На улице жарко, на солнце 42, в тени 37. Бобан решил нам пожарить перец. Я хотела сделать сметане рецепт, у меня есть на канале. Но Бобан сказал, нет, сейчас он сделает сербский рецепт и будет вкусно, да, Бобан? Угу, да. И как будет, расскажи нам. Ну, просто будем пожарить на масло и яйцо, одно или два. И все, да, и будет вкусно? Ну, да. Вот так вот начинается. Многие, да, многие добавляют помидор, но я не люблю с помидором. А, будем без помидор, да? Помидор, когда жареный, из этого потом будет... И жога. Жога лучше, да. Я не люблю. Лиза, а ты что читаешь? А, Булгакова, Белая гвардия. Лиза читает Булгакова, Белая гвардия. Ждем, пока Буба нам делает обед. Что? У нас 7 вечера, Бобан решил помыть бетон. Насобирала я наших абрикосов, заморозу. Еще тепло на улице. Градусов 35, наверное. Это вот сербское мороженое, капри называется, правит фриком. Крем, крем мороженое вкусом ванили и соусом клубники. И сверху покрыто какао-приливом, то есть какао-шоколадом. Очень вкусное. Такой жаркий день. Поесть его самое то. Вот к нам пришли гости. Племянники Бобана. Влада и Луки. Лукашин. Владимир. Владимир, помаши руком. Маши руком. Лукашины, помаши руком. Сколько ему годины, Лукашин? А? Сколько ему годины? Две. Две. А Влада сколько ему годины? Пять. Пять. Браво. Бубан готовит к гостям кофе. Они сидят играются. Буки, Буки, покажем. Найда, на. В Сербии так принято, что гости ходят каждый день. Ой, по нескольку раз. Влада, с каким ты дошел? Ко ты довел? Забравилась? Ко ты довел? Мама. А где и тата? Тата мама дадай. А, это Лукашин говорит. Спрашивает Владимир, отвечает Лукашин. Сидят, играются. Владимир, которому 5 лет, он Бобану племянник от старшего брата. А Лукашин это Бобану как внук, наверное, да? От племянницы. От племянницы, да, мне внук. Он внук, да. Племянничный внук. А это Лиска моя сын. Тоже племянница. А? Тоже племянница. Тоже племянница, да. Где ты видел, на поле? Да. Да, что да? Пшеницу. Что мечешь? Пшеницу я там. Мечешь его? Что, что хочешь? А, бум-бум. А Влада мало появился, после даст тебе. О, видишь, заменим Влада. Браво, Влада. Свака ты сейчас. Где это? Что это? Замени. Замени, да. Да, он шпидер. Да. Я там жути, а я что куплю ее два. Имам ее спиннеры бояли червена. А вот Влада мне рассказывает, у него дома спиннеры желтые и красные. Вот они играются. Играются. А моя сестра има само один спиннер зеленый. Ага. Вот они играются и потом меняются. Оба с тебя два.